Hit y'all with the game breaker. Здравствуйте, уважаемые друзья. И сейчас мы с вами находимся на финальном матче конференции Саузер. Есть и такая в NCAA. Ну и мы с вами, если уж совсем честно, то находимся в городе Эшвилл, Северная Каролина, на стадионе, который называется US Allural Center. Ну и здесь мы увидим поединок между командами. Ну, давайте сейчас послушаем сначала их тренеров. Просто эмоции. We're all here for a reason. We all have a story. You're a holdover. You believed in me after I got the job. You're a JUCO transfer. You're a walk-on. You're a JUCO. You're JUCO. You believed in me. You transferred from Indiana. You transferred from Wichita State. You transferred from junior college. But we're all here together for a reason. We came here together for a moment. That's what this game is about. If you want to see teams that are going to go after each other, as you mentioned, two altercations. Итак, Джейсона Беннетти мы с вами видим. Один из моих любимых комментаторов последнего времени, Джейсон Беннетти, в очках. И сейчас он будет работать для телеканала ESPN на финальном матче конференции под названием SoCon, или конференции, которая называется Southern. Ну, Южная конференция. Так вот, что касается этой конференции, то здесь, в общем, команды как команды. Нельзя сказать что-то такого сверхъестественного про эти клубы, наверное. А разве что в этой конференции действительно была борьба, что называется, от и до, от звонка до звонка. Восточный Теннесси Стейт, UNC Гринсборо и Фурман. Три команды, которые показали хорошие результаты и которые закончили внутри конференции регулярный чемпионат, имея 14 побед, 4 поражения каждая. Ну и в итоге плей-офф, и в итоге UNC Greensboro будет играть против команды Восточный Теннесси Стейт в этом финальном матче. Небольшая пауза, после чего будем продолжать. Стартовые составы играющих сегодня команд там показывают, но давайте пока не будем концентрировать, скажем, свое внимание вокруг вот стартовых составов, несмотря на то, что это вроде как важно. Давайте просто обратим внимание на некоторых игроков, которые есть сегодня, нам помогут смотреть эту встречу, ну, то есть на лидеров. И вот от них, родимых, и плясать будем. Ну, потому что, а как еще, скажите еще, от кого плясать здесь? Вбрасывание стартового мяча, и поехали. Ну что уж там. Итак, у нас получается, что Спартанс, это Гринсборо, играют в серой форме. А это называется команда UNC Гринсборо Спартанс, вот так вот. Значит, и Теннесси Стейт играет восточный Теннесси Стейт. Это очень важно, потому что есть команда Теннесси Стейт, но в другой конференции она сражается за всякие хорошие результаты. Так вот, восточный Теннесси Стейт Баканьерс. То есть, с одной стороны, хорошие парни, спартанцы, а с другой стороны, пираты Баканьерс. И вот Гринсборо уже повели со счетом 2-0. Опять же, вы результаты этих команд по регулярному чемпионату видите на табло нашем информационном. Ну и что касается этих команд, быстренько скажу следующую информацию. Стив Форбс руководит клубом в желтой форме.
Второй год он работает с этой командой. UNC Greensboro обладает Уэсом Миллером, который шестой год работает с клубом USC Greensboro Spartans. Ну и быстро про лидеров играющих сегодня команд, потому что ну, это достаточно важно, ибо эти парни будут, безусловно, чаще попадаться нам с вами просто на глаза. Так вот, если говорить сразу про Гринсборо, то здесь лучшим является Фрэнсис Алонсо. И вот на него давайте обратим особое внимание. Он играет под номером 10. Он играет под номером 10 и, соответственно, он набирает 14,8 очка за игру. Кроме того, здесь есть Данте Болдуин, 20-й номер, 13,3 очка за игру. И Эр-Джей Уайт, старшекурсник, а, кстати, Болдуин тоже старшекурсник. Так вот, Эр-Джей Уайт 12,5 очков в среднем за матч он имеет. Ну и понятно, что Эр-Джей Уайт это центровой, и понятно, что Дианте Болдуин это защитник. У него почти 4,5 передачи в среднем за матч выходит. Если говорить про Баканирс, если говорить про желтых, то здесь все внимание, особое внимание на номера 0. И под этим номером играет Ти-Джей Кромер. И вот Ти-Джей Кромер, он играет по 19 очков в среднем за матч. Ну, вся команда играет, в принципе, на него старается. Кромер – это защитник, это старшекурсник и из города Олбани он. Ну и, соответственно, Десонта Брэдфорд – это третий курсник, тоже защитник, который набирает 10,8 очка за игру. И это тоже, в общем, лидер команды. Так, достаточно равнодушно я говорю, казалось бы, об этих парнях. С одной стороны, ну, как я могу, а с другой стороны, как раз нет. Несмотря на все то, что эти парни сделали в нынешнем сезоне для своих команд, все-таки давайте честно, ни в той, ни в другой команде нету талантов, которые бы смогли как-то украсить собой команды Национальной баскетбольной ассоциации. То есть вполне возможно, что, что господин Ти-Джей Кромер, он, кто знает, я... Ни в коем случае не сомневаюсь, что он, допустим, пойдет там, в чемпионат России по баскетболу, и тогда вот чемпионат Лиги ВТБ. Ну, почему бы нет? Опять, еще раз говорю, что если мы с вами, допустим, смотрим за там, первенством ВТБ, за Евролигой, за участием российских команд там, в Еврокубках и так далее, то вот совет селекционерам просто один. Смотрите на студенческий баскетбол, господа. Селекционеры российских клубов. И, собственно говоря, вот здесь есть очень много игроков, которые не требуют тех больших денег, которые вы тратите на каких-то там иностранцев. И эти парни зачастую, которые, да, вот сейчас играют здесь, перед нами, да, они зачастую просто бывают даже талантливее, чем вот те парни, которых вы берете. Ну, это, опять-таки, наблюдение. Так, ну, Фрэнсис Алонсо, тот самый, который является лидером Гринсборо, и который, кстати говоря, он лидером UNC Greensboro и останется. Останется он лидером UNC Greensboro ровно по той простой причине, что он только второкурсник, и он будет играть дальше. Вот, кстати, Алонсо – это весьма такой перспективный молодой человек, да, то есть, кто знает, может быть, вот опять Алонсо вырастет во что-то более интересное. Нежели чем сейчас. Хотя и сейчас, в общем, тоже не все так однозначно. Алонсо имеет почти 15 очков за игру. Но Алонсо в этой команде это чистый скорер, да. То есть это человек, который вот, набирает очки, еще раз очки. Он бросает 46% с игры, это прекрасно. Он бросает 47% издали, это еще лучше. Но что касается остальных игровых каких-то аспектов, то, наверное, нет. Ну, может быть, как-то в защите. Но пока вот на него надеются именно как на человека, который будет очки набирать. Почему нет? За счет того, что лидеров чуть побольше и игра чуть поразнообразнее, я бы сказал, у команды в сером, естественно, что она является фаворитом. Хотя, опять, давайте говорить вот о чем.
это турнир не топовой конференции, да, то есть это турнир конференции Southern, что называется, Южная конференция, да. И вот опять же, турнир Южной конференции, это про то, что в ней, в этой Южной конференции, только одна команда получит пропуск в плей-офф. Только одна команда будет играть в мартовском безумии. И поэтому финальный матч здесь, ценность финального матча этой конференции невероятно высока. И поэтому давайте говорить о том, что здесь мы с вами должны увидеть, что называется, и борьбу, и эмоции. Кстати, эмоции уже видели. По крайней мере, нам показали в раздевалке, насколько тренеры увещевали своих игроков, чтобы те, что называется, выложились. И они выложатся обязательно. 8-4. 8-4. С таким счетом впереди Гринсборо. Ну и будем смотреть дальше, что творится в этой встрече. Хорошо. Пас в позицию центра. Пробежка здесь была стопроцентная. Но, однако, судьи не посчитали нужным это отметить. И Айзек Бэнкс забрасывает сейчас 2 очка. Ну, там он подступил просто очень рано. Начал движение еще с мячом. И это вот чистой воды пробежка. Как бы то ни было. 8-6. Это матчи. И 15 минут и 56 секунд еще остается до завершения первого. ESPN's exclusive presentation of college basketball is brought to you by Allstate. It's good to be in good hands. And AT&T. Ну, а тем временем мы видим, посмотрите, Западная Вирджиния, Северная Каролина, о как! NC State, Duke 5 раз выигрывал турнир конференции, Южной конференции. То есть вот с 21 года эта конференция имеет место вообще в расписании чемпионата NCAA. И сколько здесь интересных команд-то переиграло, да? То есть история-то, история у этой конференции, что называется, ого-го какая. Ну, по-честному, да? Но все-таки о времена, о нравы в этой конференции остаются не самые сильные команды. Впрочем, опять же, да, UNC Greensboro. Это филиал Университета Северной Каролины. UNC – это как уже трейдмарка Университет Северной Каролины. Просто филиал, который находится в Гринсборо. И понятно, что... Так, сейчас очень хороший перехват. Очень хорошо была прочитана передача соперника. И 3 очка, впрочем, не самые хорошие. Дезонта Брэдфорд бросает. А перехватил-то мяч Джермен Лонг, играющий под номером 24. Лонг, кстати, третьекурсник. Вообще, лишь только один фрешман играет в составе Buccaneers. Это Джейсон Уильямс, символично. Ну и Джейсон Уильямс, кстати, является защитником. Я вот не удивлюсь, если он будет белым парнем, который ускоряет игру очень сильно. Забирает мяч сейчас Гринсборо, точнее, если быть, то 11 номер это делает Деметриус Трой. И Деметриус Трой начинает атаку своей команды. Трешечка летит, и трешечка летит вполне себе издали. Дианте Болдуин бросает, и Болдуин забрасывает эти 3 очка. 11-6 становится счет. Ну, как раз Лонг. Так, хорошо. Uh,
Ой-ой-ой, ой, молодец, как и передача какая. Это все тот же Болдвин работает на дриблинге, да, и Болдвин вполне себе входит в трехсекундную зону, которая, кстати, была свободна на тот момент. Болдвин бросает сам и бросает вот с трехочковой линии, которая NBA. Обратите внимание, что абрисы этой трехочковой линии, они есть. Ну вот, закрашенный молочным цветом полукруг, это все-таки студенческая трехочковая. А вот абрисы трехочковой NBA здесь, на этом стадионе. Так что очень интересно. 12-2 Гринсборо делает рывок и 14-6 ведет в общем итоге. Хорошо, классно. Здесь пираты довели мяч до среднего броска. Дэвид Бюрелл бросает и 3 очка, о, 2 очка, прошу прощения, он делает. Да, ну и надо сказать вот еще о чем. Дело в том, что вот USL Ural Center, который, кстати, находится в городе Эшвилл, штат Северная Каролина, он был открыт в 1974 году. И тут надо отметить вот какую штуку. Почему здесь есть вот эта трехочковая линия образца NBA? Дело в том, что здесь в свое время играла команда D-лиги, которая называлась Asheville Attitude. Но профессиональные команды здесь, на этом паркете, они уже достаточно давно не играют, надо сказать. И, в принципе, пока не особо понятно, что будет дальше даже с этим дворцом спорта, если уж об этом судить. Хотя вот вроде как губернатор Северной Каролины, он принял решение этот дворец перестроить, не перестроить, а отремонтировать очень хорошо. Может быть, снова будет принимать команду D-лиги какой-нибудь или еще что-то в этом году. И Северная Каролина. Профессиональные команды здесь закончили играть в 2005 году. С 2005 года профессиональные команды здесь не играют, но вот трехочковая линия, вот эта профессиональная, она осталась. Алонсо бросает. Вот опять мы с вами видим, что Алонсо это такой чистейший просто скорер. И Алонсо сейчас делает 2 очка. 10-16 счет. Мячом. Ну, как раз Кормер. Тот самый, который 19 очков набирает. Молодец. Очень мягкий бросок был сейчас. И более того, Кормер будет пробивать еще и штрафной бросок. Ибо на Кормере нарушаются правила. И небольшой тайм-аут, после чего этот штрафной бросок мы с вами и увидим в этой встрече. Ну и выходят игроки сейчас и будут продолжать работать здесь, на площадке. Нам остается смотреть за тем, как Кормер бросает с линии штрафного. Ну вот он попадает. 16-13 становится счет, и давайте посмотрим, что будет дальше. Что дальше сделает Гринсборо? Ну, Гринсборо, понятно, что фаворит этого матча. Уже об этом, на этом уже останавливался Болдуин. Вот опять Болдуин все сделал для того, чтобы попасть, но четверых уже попытался обыграть, но не вышло. Более того, еще и мяч потерян. А мяч потерян, кстати, как ни странно. Ну вот именно, что как ни странно, Восточный Теннесси Стейт. Было, видимо, какое-то просто вот касание
не самое ожидаемое. Сейчас Гринсбро работает прежде всего наверху. Гринсбро пытается зайти в трехсекундную зону. Очень хорошо Кормер делает блокшот. Причем не просто блокшот, а блокшот трехочковому броску. Пытался бросать второй номер Малик Месси. Кстати, первокурсник. Вот я особо обращаю внимание у Гринсбро именно на первокурсников. Дело в том, что на них-то будет строиться команда уже в следующем сезоне. Уэс Миллер руководит этим клубом, и надо сказать, что у него получается это делать. Миллер принял команду, было это в сезоне 11-12, он ее взял у Майка Демента. И Майк Демент очень плохо начал сезон. И уже получается, что в сезоне 12-13, это был первый полный сезон Миллера на посту главного тренера клуба. 9-22 у Миллера, как у тренера в первом сезоне. Ну, в общем, как и должно, наверное. Когда от клуба, от вот, баскетбольной команды и от игровой какой-то философии остаются руины самые натуральные. Но чем дальше, тем лучше. 14 побед в сезоне 13-14. Позапрошлом чемпионате это было 11 побед. В прошлом первенстве уже 15. Ну и, наконец, в этом первенстве уже 25. Да, конечно, и календарь, и так далее. Но команда постепенно и в нападении улучшает свою игру. И впервые в среднем защита Уэса Миллера не выпускает соперника в среднем из 70 очков. Это тоже, мне кажется, важный показатель. Но, однако, Северная Каролина Гринсбро, она в мартовском безумии была очень давно. Последний раз в сезоне 2000-2001 проиграла в первом раунде. А тогда, кстати, тренером команды был Фрэн Маккафри. И вот Маккафри сейчас работает в Темпле, в университете Темпла. Но на самом деле вот только один раз он выводил команду в плей-офф. Фен, на самом деле, не так давно ведь играет Гринсбро. Не так давно играет Гринсбро в чемпионате NCAA, в высшем дивизионе NCAA. Да? То есть до этого это был действительно филиал Северной Каролины. Ну что, ну филиал и филиал. Играй в первом дивизионе и радуйся. Но показатели были не самыми плохими, и поэтому почему бы не высший дивизион подняться? Ну, поднялись и играют. Так, ну, тем временем 21-15, и Теннесси Стейт, а точнее Маскера Переа, бросает с линии штрафного. И про эту команду несколько слов. Стив Форбс руководит командой всего лишь второй сезон. 24 победы было в первом чемпионате. И в нынешнем первенстве уже 26 побед и, соответственно, 7 поражений у него. И всего лишь только третий год в конференции Саузерн. Хотя Восточный Теннесси Стейт, он играл в Саузерн с 1978 года по 2005. После этого перешла команда в конференцию Атлантик Сан под руководством Мюррея Барту, тренера. И там она играла. И вот потом обратно в конференцию Саузерн она перемещается. Ну, понятно, да, что здесь уже просто карусель идет, и просто по конференциям команда ходит. И там где-то, здесь где-то, везде ее хорошо принимают и так далее. Так вот, что же касается Восточного Теннесси Стейт, то здесь надо вот что отметить. Последний раз клуб был в мартовском безумии в 2010 году. И это, опять же, под руководством Мюррея Барту. Но в то же время это была и конференция Атлантик Сан, то есть там другие были соперники. В конференции Саузер, ну, вообще, самое большое продвижение, а ведь, что очень интересно, команда играет перманентно, да, то есть не каждый год, но команда играет в высшем дивизионе с 1958 года. Команда доходила до регионального полуфинала.
Ну вот посмотрите, Кормера нам показывают, и посмотрите, насколько Кормер полезен для своей команды прежде всего, да. Его оставляют без мяча, но однако он постоянно на себя отвлекает очень многих соперников. Сегодня пока 3 очка он набрал, а вот в полуфинальном матче против Стэнфорда у Кормера 41 очко. Ну, сами понимаете, насколько Кормер важен для этого клуба в целом, если брать. Ну, ладно. Давайте смотреть дальше, что будет. Что будет. И Кормер выводит мяч из-за боковой линии. Поехали потихонечку. Ну и... Вот опять Кормер бежит. Кормер получает мяч. Растолкал всех. И на свободный бросок со средней дистанции. Подбор в нападении. Опять Кормер. Так, и вот здесь вот уже у Кормера выбивают мяч. Обратите внимание, что на Кормера у Гринсбро охотятся обычно по 2 игрока. Причем один пытается обокрасть на дриблинге, а второй как-то вот пытается уже защищаться лицом к лицу. Кстати, интересно, что у Гринбро Алонзо уже набрал 8 очков, а Болдвин уже набрал... Алонзо набрал 9 очков, а Болдвин набрал 8 очков. Тоже момент, на который стоит обратить внимание. Так. Бросок. Не самый хороший бросок из 3-секундной зоны. Хотя, наверное, должен был бы быть и получше. Так, и сейчас. Кромер. И тут уже бросок из 3-секундной зоны. Понимаю, понятно, что шансов вот таких будет очень мало. Стараются на такие броски налегать, так сказать, Buccaneers. Тевин Глэс забросил сейчас вытянутые руки. Но тут же вот ответка полетела. И, по-моему, Алонсо это забил с дальней дистанции. 26-21. Да, Фрэнсис Алонсо попадает. 12 очков у Фрэнсиса Алонсо. Он пока самый результативный в команде. Ну и опять Алонсо это скорер. И Алонсо, видите, сколько у Алонсо просто разных баскетбольных умений. Да, то есть... Грядет смена, и грядет, судя по всему, достаточно неплохая. Опять Алонсо. Ой, какой релиз у Алонсо, а? Вот сейчас он показывает, что просто релиз хороший. И да, и 29-23, 2 трехочковых подряд Алонсо забивает. 15 сегодня, по сезону почти 15. Да, и Кромер сейчас пытается пройти под кольцо. Но видите, как Кромер, если говорить по поводу Кромера, то он и в защите пытается преуспеть. И, кстати, получается в отдельных случаях. Ну и в нападении. А здесь вот мы видим Алонсо, у которого, конечно... Слушайте, а давайте предположим... 99 трехочковых он попал, и это рекорд, это уже рекорд. Давайте предположим, то есть в этом сезоне у Алонсо получается 14-8, в следующем, а он заканчивает свой второй чемпионат. Если Алонсо никуда не перейдет, ну то есть он вполне может после двух сезонов перейти в более именитую команду, более именитый университет. Извините, все-таки Алонсо играет за филиал Северной Каролины. Да, почему бы его не затребовать к себе Рою Уильямсу? Ну, вот как, в порядке бреда, конечно, но все-таки. Так вот, если он остается в Гринсбро, то я бы предположил, что Алонсо в чемпионате конференции будет набирать и по 20 очков вполне себе, потому что уж очень хорошо он работает. Смотрите, пытается оторваться. И ведь Алонсо сейчас опекают. Вот теперь локтями. Ах, пробежечка, да? Или нет?
По-моему, все-таки было. Ну, ладно, не в этом дело. Дело в том, что он сейчас не попал. Но локотками отработал очень неплохо. Обратите внимание, Алонсо локотками себе пространство добыл и после этого бросил. То есть он сам себе бросок обеспечил. Он скорер, и при этом он скорер, который может себе найти пространство. Опять же, в самом начале трансляции я говорил, что посмотрите на некоторых парней. Да, вот в частности, вот вам скорер готовый. Хотя этот скоро, я уверен, еще два сезона будет проводить здесь, в этой команде, в UNC Greensboro. Да, кстати, персональное замечание, и будут штрафные. 33-й номер из Greensboro будет пробивать, это RJ White. 12,5 очков в среднем за игру, и вот сейчас RJ White попытается набрать... Вот у него уже есть 4, и он будет еще пытаться, да, то есть 5 и 6. RJ White, к тому же, собрал 3 отскока в сегодняшнем матче. 4-18 остается. Тем временем BYU против Сент-Мэрис. Очень интересный матч, который будет в рамках турнира в конференции West Coast. Ну, как известно, там всегда Гонзага и Сент-Мэрис. Ну, вот. Возможно, что Гонзага и Сент-Мэрис в очередной раз встретятся между собой в финале конференции. В финале конференции West Coast, опять же финал West Coast. Друзья, смотрите на телеканале Viasat Sport, Viasat HD. Здесь мы с вами увидим все, что должны по поводу этой конференции. Так, ну что, сейчас у нас... Все-таки 2 очка. И, по-моему, RJ White это делает. Так, 3 минуты и 14 секунд остается еще у нас. И давайте посмотрим развязку первой половины. Совсем скоро она будет здесь после тайм-аута. Так, ну, тем временем, в 2005 году Уэс Миллер стал национальным чемпионом в составе Северной Каролины, да, то есть вот он пришел как walk-on студент в Северную Каролину. Что это означает? Это означает, что он очень хотел играть в баскетбол, а ему, в общем, не дали баскетбольной стипендии. Это означает, что в самом начале карьеры... Он ведь платил еще за обучение. Помимо всего прочего, он платил еще и за обучение за свое в университете. Ну, потом, видимо, ему дали баскетбольную стипендию. Не думаю я, что 4 года он и учился, и платил. Так, выбивается мяч сейчас. И Дионте Болдуин не без фола выбивает мяч. Соответственно, Дионте Болдуин получает свое второе персональное замечание. Так, ну и сейчас...
Защита отрабатывает и неплохо отрабатывает у Гринсборо. Но здесь уж слишком как-то в себя поверил первый номер Марвин Смит. Пошел против троих игроков соперника. И в итоге в защите было достаточно просто работать вот по этому конкретному делу. Ну, 35-29 такой счет. 2 минуты еще играть в первой половине встречи. И 3 очка. Трехочковый был уж слишком как-то заброшен издали. О, в нападении. Или нет? Сейчас мне очень интересно посмотреть, к чему все-таки придут судьи. Ну, технически показывают RG White, это точно, да? То есть вы видели технически RG White. Но фолт-то был какой? Потому что фолт здесь был, да? То есть технически пробьет, допустим, Бакнерс. И Кромер это делает. А вот дальше-то что? Все-таки фолт кому? По-моему, фолт в защите показали. Да, судя по всему, Уайт будет пробивать штрафные. Ну, и давайте посмотрим. 35-31, минут 30 еще остается. Бросает RG White и попадает с линии штрафного. И по штрафным, кстати, сопоставимые вполне величины. 7-8-7 счет, если брать очки, набранные с линии штрафного. Сейчас бросок, вымученный достаточно бросок. Уайт забирает мяч. Тридцать семь-31. Гринсборо заканчивает первую половину и 37-31 впереди. Ох, Алонсо. Вот мой любимчик, видимо, будет в следующем сезоне. И опять же, надо будет, конечно, за этим парнем посмотреть. Надо будет, безусловно, отслеживать его успехи, потому что в некоторых моментах Алонзо действительно выглядит весьма-весьма хорошо. Так, ну, Фрэнсис Алонсо 15 очков уже сегодня имеет. И Фрэнсис Алонсо, если смотреть на вообще на него, так сказать, он играл за Испанию, он испанец. Надо сказать, что он играл за Испанию, был капитаном команды испанской. Вот так вот. И, соответственно,
и, соответственно, он сейчас остается 24 секунды. Так вот, дело в том, что тот испанец, он занимается кинезиологией. Представьте себе. В университете UNC Greensboro. Так, ну и бросок, который оканчивается ничем. Болдвин бросал, и Болдвин не попал в корзину. Ну и, соответственно, Гринсборо выиграл все 20 матчей, которые заканчивались после первой половины лидерством UNC Greensboro. Давайте дождемся. на 38-31. Такой счет в матче между командами UNC Greensboro. И против нее сегодня играет клуб, который называется Восточный Теннесси Стейт Баканьерс. Итак, вторая половина началась, и тут же она начинается с алиупа великолепного. 33-38 такой счет. Диантон Болдвин уже 10 очков набрал, но при этом уже 3 персональных замечания он получает. И бросок. Бросок со средней дистанции. Хороший пас. Да и, собственно, бросок очень даже неплохой, подготовленный. Алонсо упирается в двух игроков соперника, и вы видите, что не все получается. Тут же Кромер. Кромер в трехсекундную позицию центра отдает передачу. Очень плохо сейчас Тевин Глэс отрабатывает, несмотря на то, что старшекурсник вроде как, да, против Джей Уайт, против игрока третьего курса он сейчас играл, но, однако, очень плохо был Глэс. Вот теперь Уайт, и Уайт просто дает сверху. Более того, тут еще и персональное замечание. Ханнер Маскуэра Переа, колумбийский, кстати, легионер. Вот, и вот он бьет по рукам бедного Эр-Джей Уайта. И тут сейчас будет еще и штрафной бросок. Ну, понятно, что мяч это будет в защиту. Ну,
бросает сейчас. Эрджи Уайт, 41 на 35 становится счет. Ну и вот тут же недавно сваливший Переа забивает сверху. Сейчас уходит, но там не без фола это все получилось. Джеймс Дикки, третье персональное замечание. Там мяч уходил, и мяч уходил от игрока Восточного Теннесси, Стейта. Но видите, как заканчивается все именно фолом, и мы видим, как... Продолжается вот нападение Восточного Теннесси, но, однако, ничего из этого не получилось. Алонсо! Здесь вот уже Эрджи Уайт, и Эрджи Уайт, он Кромера на землю-то водружает, я бы сказал. И сейчас Мэри Уэдер проходит под кольцо. Эй Джей Мэри Уэдер, это... игрок, собственно, старшекурсник, еще один старшекурсник, который почти 10 очков за игру набирает, там 8,5, ну, почти 10. 39-41, то есть вот уже у нас где-то на равных. Алонсо, и Алонсо начинает какие-то детские потери делать, да, то есть сейчас, если бы не Эрджи Уайт, то это была бы потеря, и это была бы не первая потеря для Алонсо, а вторая или даже третья. Именно во второй половине, вот обратите внимание, Алонсо умеет найти бросок, но видите как, Алонсо умеет и потерять мяч, собственно говоря. Вот опять, вот испанец, ну, горячая кровь, я бы сказал. Так, ну вот Кромер. Алонсо против него здесь единственный способ нашел, это спалить. И в итоге так оно и получается. Так, ну, Ти Джей Кромер, 18 очков он набирал, если я не ошибаюсь, в матчах регулярного чемпионата. Ну, конечно, надо отметить, что эти команды между собой играли в регулярном чемпионате. И вот смотрите, Баканер сыграли 12 января свой матч вот, против UNC Гринсборо и проиграли у себя дома. Причем 79 на 83. А после этого они уже играют на выезде в самом последнем матче этого чемпионата. И UNC Гринсборо снова выигрывает со счетом 72 на 66. И все это было в городе Гринсборо, штат Северная Каролина. Алонсо, ну, бросать-то надо. Уж очень долго с мячом был Алонсо сейчас. Ну, попал, это молодец, очень большой молодец.
Франциск Алонсо уже 19 очков сегодня получил. Кромер. И Кромер 2 очка. Очень хорошие 2 очка. Это уже бросок вот, из-под заслона вышел Алонсо. И счет остается 43-46. Совсем скоро начинается турнир, тоже плей-офф, в конференции ACC. И здесь мы видим, да, много чего. Вот, в частности, там Вирджиния с кем-то будет играть, и матч Вирджинии мы с вами посмотрим обязательно. Да и некоторые матчи первого раунда конференции ACC мы будем смотреть. Ну и финал, конечно же, два полуфинала, финал, все это будет... на телеканале Viasat Sport и Viasat Sport HD. Ровный счет тем временем за 15 минут до конца второй половины в матче между Гринсборо и Теннесси Стейт. Ну, понятно, что восточный Теннесси Стейт, уж простите, я так фамильярничаю с этой командой. Но Гринсборо уже повел 48-46. И тоже давайте обратим внимание, что игра... прекрасно. Вторым темпом добавляют 2 очка сейчас. Ровный, опять ровно 48-48. Просто обратите внимание, что вот несмотря на... Ох, Алонсо не попадает, а был хороший проход. Алонсо вышел на 3 очка и снова не попал. Ну, надо же. Так вот, несмотря на то, что лидером, непререкаемым, скажем, авторитетом команды является... восточного Теннесси Стейт. Непререкаемым авторитетом является Ти Джей Кромер. Набирающий 19 очков в среднем за игру. Обратите внимание, что сегодня-то вся команда работает на победу. Ну вот, могут, когда захотят, что называется. У самого Кромера 13 очков, как и подобает. Ой-ой-ой, какая передача Алонсо. Ой, хотя не Алонсо это был, прошу прощения. 11 номер, это Деметриус Трой делал передачу. Так вот, что касается... Ну, вот 3 очка сейчас мы наблюдаем, как попадает Бюрелл. Бюрелл, вышедший с скамейки запасных игрок, и... один из двух он попадает с дальней дистанции. 51-50, и здесь тайм-аут обязательно, потому что Гринсборо, естественно, хотят восстановить свое лидерство, и тут вдруг на тебе совершенно сумасшедший Теннесси Стейт, видите, что творит. Second ticket to the dance has been punched. The Eagles are going dancing. Jacksonville State is going to the big dance for the first time. Thank you.
Итак, давайте смотреть на то, что будет пытаться сейчас сделать UNC Greensboro. Это важный момент. Вы видите статистику, такую текущую статистику по данному матчу. Так, сейчас такой хороший проход у Кромера. Я отдавал он передачу, но снова Глэс становится. Ну, то есть он принял эту передачу, но, однако, ничего из этого сделать так и не смог. Очень жаль. 51-50. Ах, Болдуин сейчас бросал, и Болдуина попросту накрывали, в лоб накрыли. Быстрое нападение, раннее нападение, и раннее нападение Кромером завершается очень даже неплохо. Болдуин. Ну, а, кстати, накрыл этот мяч играющий по третьим номерам Дэвид Бюрелл, который сегодня и трехочковый бросает, и вообще сегодня Дэвид Бюрелл весьма неплохо выглядит. Слушайте, FJ White. Ай, жаль, что он не попал с первого раза. Собственно, и с второго тоже не получилось. Однако FJ White на пивоте зашел в трехсекундную зону. Прекрасный пока, прекрасную выучку показывает. Здесь уже... Здесь уже заступ. И не без пола, но заступ. 53-50. Восточный Теннесси Стейт впереди. Итак, снова Восточный Теннесси Стейт, и снова два очка от Восточного Теннесси Стейт мы с вами видим. 55-50, и впервые Теннесси Стейт ведет с разницей в 5 очков. 7-0 рывок у этой команды. И пока так вот Гринсбро не видно, что Гринсбро вообще сможет сделать. И несмотря на то, что у UNC Гринсбро достаточно много ресурсов, и хороших ресурсов для того, чтобы набирать очки. Но пока что-то вот не видно самих ресурсов в действии, скажем. Бросок неплохо. Мэри Уэдер, 8 очков и 3 персональных замечания. И RJ White, ну вот наконец-то он нашел свой бросок и нашел, как обыгрывать своих соперников. Позиции центра. Ну уже. Лонг. И какая передача. Прекрасная на трехочковый бросок. Подготовленный трехочковый бросок. Хотя вроде Перея должен был ловить этот мяч. И
Он даже руки уже воздел к тому, чтобы этот мяч поймать. Но, однако, все закончилось еще лучше, чем можно себе даже было предположить. Ну что, прекрасно. Прекрасно. Драйвинг-кик. Сейчас идет такого порядка игра. Итак, Гринсборо сейчас играет в нападении. Болдуин. На дриблинге Болдуина не обыграть. Положим. И Болдуин все-таки успевает развернуться. И более того, не просто развернуться, а еще и добавить корзину. Кромер прессинговать пытается Йонси Гринсбру сейчас. Так, Кромер хорошо на Пере. У Пере не попадает, но будет, обещает, по крайней мере, бросать штрафные. Вот Санта-Клара будет играть против Гонзаги. Университет Санта-Клара постепенно приходит к своей, скажем, кондиции, если хотите. Санта-Клара был когда-то довольно сильным соперником, был когда-то довольно сильным вузом. И в итоге Санта-Клара в свое время произвела на свет такого разыгрывающего, как Стив Нэш, если вы помните. Маскера Перея в итоге 2 из 2 делает. Болдуин. Так, Алонзо. Алонзо 3. И Алонзо... Не попадает, кстати, в очередной раз не попадает Алонзо, как у него все хорошо было в первой половине, и как посредственно он смотрится во второй половине, надо сказать. Ну, кстати, уже 62-54, так, между делом-то, да? Так, и Глаз, вот человек, которого я все ругал, наконец-то он попадает, и попадает достаточно сложный мяч. Эджи Уайт из-под двоих игроков соперника. Мяч остается у Гринсбру сейчас. Гринсбру будет разыгрывать из-за лицевой линии. Эджи Уайт. Ну, Уайт-то не попал. Уайт просто впечатление такое, что бросил кирпич самый натуральный. Да, кстати, преимущество восточного Теннесси Стейт достигает уже 10 очков. Двузначное. Впервые двузначное преимущество у этой команды. Глэс. Ну и вот прошлый момент был очень хорошим в его исполнении, а этот, вот как всегда, к сожалению. Болдуин. Хорошо пошел Болдуин. Thank you.
И получается, что еще одно персональное замечание. Да, не читалась, конечно, передача. И Р.Джей Уайт нарушает правила. Ну, а у нас тем временем небольшая пауза, небольшой тайм-аут за 7 минут и 39 секунд. Гринсборо оказывается в очень нехорошем положении. Итак, продолжаем с вами смотреть за вот очень интересной, так сказать, разборкой между... даже так, за интересной разборкой в финале конференции Southern. Ну вот опять, да, финал конференции Southern. Если смотреть на календари двух этих команд, ни Гринсборо, ни Восточный Теннесси Стейт... Они, несмотря на хорошие очень показатели по чемпионату, они ведь не играли с какими-то более-менее сильными соперниками, да? И, по-моему, даже ни у кого из них в соперниках не значились команды топовых баскетбольных конференций. И это в какой-то степени... Вот, можно поиграть в Джо Лунарди. Ах, молодец! Ах, молодец! Сейчас Алонсо забивает 2 очка. 56-58. Так вот, можно поиграть в Джо Лунарди и сказать о том, что победитель вот этого матча, который себе автоматически пробьет путевку в мартовское безумие, он будет, скорее всего, играть в первой четверке, да, вот first four. То есть уже есть какие-то команды, которые, да, действительно, они будут играть в first four и больше никуда, что называется. Ну и вот... одна из них, видимо, будет либо Гринсборо, либо Восточный Теннесси Стейт. Но посмотрим, что вот победитель этого матча сможет противопоставить, ну, допустим, Северной Каролине. Понятно, что вот это будет где-то там 16-й посев в регионе, да? Понятно, что первым соперником для вот Восточной Каролины станет... Канзас, какая-нибудь Гонзага или какая-нибудь Северная Каролина или Дьюк, что-то в этом роде, да? И вряд ли, наверное, что-то здесь будет сверхъестественное по части результата, но в то же время очень интересно, что же все-таки мы сможем увидеть от этих парней. 6 минут еще играть. 6 минут еще. Р.Джей Уайта сажают на скамейку запасных. Р.Джей Уайт нафалился сегодня. Вот Р.Джей Уайт это много хорошего делает для команды, но много и такого, я бы сказал, дурацкого, если хотите. Так, Алонсо с мячом. Болдуин. Алонсо держит руки. Ну, готов уже бросать Алонсо. Да, по-моему, передержали. Ну, здесь уже, да, здесь уже идет плотный контакт. Защитник. 11-й номер в Восточном Теннесси. Это Десорто Брэдфорд.
идет плотный контакт, и тут уже просто встречают соперника. Да, безусловно, тут уже как-то можно. Так, сейчас проход под кольцо. Болдвина накрывают. Болдвин слишком маленький. Ну, здесь уже честно просто. Вот, Ази Томас, я с огромным пиететом отношусь к Ази Томасу. Великолепный баскетболист, что тут говорить. Но, однако, вот его иной раз заносят. Он начинает проходить под кольцо, и там на него выходил один соперник. Я почти не сомневаюсь, что он бы его обыграл. Но когда на него выходит там по два, по три человека, и он пытается, в общем, больших 2-3 человека, он пытается, не отдавая никому передачу, вот как-то что-то сделать, да, как-то вот мне кажется, что все, накроют. И ведь действительно накрывают. То же самое и сейчас было с Болдуином. Кстати, вот у Болдуина как раз это бывает почаще. Так, ну а тем временем Кромер на ваших экранах. Ну, вот, 19 очков уже Кромер набирает, 10 очков при этом во второй половине. И во второй половине он бросает более чем хорошо. Болдуин. Сейчас здесь Эрджи Уайт. Ну и в итоге 58-70. И Уайт будет бросать с линии штрафной. Эрджи Уайт 19 очков, и при этом штрафные он бросает 5 из 6. Очень хороший результат, что ли? Ну, а тем временем нам анонсируют программу «Спортцентр», которая выходит на телеканале «Viasat Sport» и «Viasat Sport HD». Ежедневно смотрите «Спортцентр» и получайте сведения обо всем, практически, что происходит. Что происходит в Национальной баскетбольной ассоциации, это не только в ней, это действительно интересно, просто NBA там действительно очень много посвящено. Кромер бросает, Кромер не точен, сейчас он с отклонением длинный 2 он бросал. Не каждому покорится такой бросок, на самом деле. Ну, Кромер, видимо, такие бросает, но не всегда просто попадает. Опять Кромер. Вот сейчас начинается время лидера. Остается 3,5 минуты всего лишь до конца. Алонсо. Ну и Алонсо-то не должен, наверное, был налетать, а мяч корпусом прикрыть и попробовать все-таки забросить. Там фол в любом случае назревал. Но вот видите, здесь чуть не травмой закончилось для испанского баскетболиста.
Алонсо бросает с линии штрафного. Ну, собственно, на этом мы и закончили. Что Алонсо бросает с линии штрафного. Ну, должен бросать с линии штрафного. Ну, и давайте посмотрим, к чему это... К чему это, собственно, приведет. Ну, вот он бросает и попадает. 70-61. И в любом случае это 9 очков. И как-то это надо отыгрывать. Так, ну вот. Пол в нападении провоцирует Эр-Джей Уайт. Вот это как раз очень хорошо. Хорошо. Пас-то на Алонсо, точнее, пас до Алонсо доходит. Но в итоге 3 минуты и 13 секунд остается, и игра останавливается. Сейчас Алонсо бросает, и Алонсо точен с линии штрафного. Опять против Алонсо фолят. Но с учетом того, что Алонсо действительно бросает, и действительно бросает не так плохо с линии штрафного, можно пробовать играть через Алонсо. Знаете, он набирает 4 последних очка для своей команды. Остается еще 3 минуты играть. Гомер. Да, 4 тайм-аута, причем 3 у восточного Теннесси Стейт остаются в концовке этой встречи. И 3 очка сейчас летят в корзину. Прекрасно. Алонсо. Алонсо ищет бросок. И ведь нашел. Молодец. Вот это да. Вот это действительно интересно. 73-65. Если сейчас Алонсо вот такой камбэк будет организовывать, может быть, дело дойдет и до трехочковых атак. Будь то это броски издали, будь то это попадание с фолом от соперника. 65-73. Это значит 8 очков разница. Но при этом еще и защищаться надо. Вроде как Эр-Джей Уайт показывает, что он умеет это делать. И сейчас, если и фол, то не Эр-Джей Уайту, хотя тут становится на дороге своего оппонента. А вот трехочковые, конечно, пропускать нельзя. Трехочковые сейчас пропускать нельзя. Ну вот как раз мы видим с вами Алонсо. И видим, как Алонсо бросает сопротивлением, но при этом ведь попадает, что самое главное. Так, ну вот Кромер бросает, Кромер точен. Болдуин. Ну, здесь была попытка такого флопа совершенно дикого, но судей на Микини не проведешь. Но, однако, все равно и первый шанс был, и второй шанс был, чтобы набрать какие-то очки, но у Гринсбора этого не получилось. То есть сейчас, да, дело должно дойти уже до каких-то персональных замечаний, возможно, и тактических, но факт остается фактом, что ну, вот Брэдфорд с мячом. По-моему, Брэдфорду дают персональный фол. Он отталкивает Болдуина своим плечом.
Ну, вот еще один шанс, уже третий шанс набрать какие-то очки. Болдуин с мячом. Болдуин 3. И Болдуин там не попадал вообще. Просто по траектории это уже было видно. Очень много вложил в дриблинг. И, соответственно, ни в коем случае не попал бы. Алонсо. Алонсо на RJ White. А White бросает точно. Потрясающе. 58-75. Очень важный мяч. И что сейчас? Надо защищаться, конечно же. Брэдфорд. Брэдфорд и через площадку, через всю площадку отдает мяч. Ну, что у нас? У нас тайм-аут, и тайм-аут взял Мэриуэзер. Это означает, что Теннесси Стейт, у игрока Теннесси Стейт просто нервы не выдержали. 75 на 68, минуты и 9 десятых секунды остается у нас тем временем. Да, действительно, Мэриуэзер подбежал к арбитру и взял тайм-аут. В NCAA возможно такое, что игрок, который вообще не во владении, да, то есть не участвует никак ни сном, ни духом, он может взять тайм-аут. Ну, здесь можно понять Мэриуэзера, который просто испугался за то, что будет в самое ближайшее время. Там могло быть и 5 секунд, то есть нарушение правил 5 секунд. Там два игрока заперли Брэдфорда. И вполне это могло привести к изменению владельцев мяча. Приз, который вручает победителю конференции Southern. И вот вы видите... Все команды, все названия команд, они написаны на этом призе. Ну, в общем, за что боролись, да? Ну, здесь-то в этом матче-то идет борьба за мартовское безумие. Ни больше, ни меньше. Победитель получает все, как поет группа ABBA. Winner take it all. Конечно, не изречение от шведского коллектива, только лишь, но все-таки как бы то ни было. 68 на 75, меньше минуты остается, и это хороший пас. И, в принципе, это время потянуть, конечно. Ну, по-моему, уж слишком мягко работает Гринсбро, хотя сейчас, да, дотянули. Может быть 71 на 75, если будет трехочковый. Кто будет бросать, то, конечно, Алонсо будет бросать. Его нам и показывают. И сейчас Алонсо главное вывести на позицию. Ну, помните, да, как Алонсо выходил на позицию, как Алонсо выводили на позицию для того, чтобы тот бросил трехочковый. Главное, чтобы Болдуин не начал что-то. Вот то, что как раз и нужно было. 75-71. Алонсо получает мяч, и Алонсо попадает. Вывели на позицию. Алонсо встал, и Алонсо забил. Ну, типичный, да? Типичный свингмен здесь. И вот если его еще, конечно, научат защищаться, если он еще будет в большей степени смотреть на своих партнеров, Франсис Алонсо, то для команды UNC Greensboro в следующем сезоне просто лучше не будет вообще. Вот это будет лидер, который будет набирать больше, чем 20 очков. И я так думаю, что довольно-таки много и передач он будет делать, если вдруг что. Сейчас есть кому это все делать. И сейчас на Алонсо не валится такой ком ответственности, который мог бы валиться, как... вот посмотрите просто на другую команду и посмотрите на Кромера, который этот груз ответственности, конечно же, испытывает. Ну, потому что ему надо за всех просто. И за себя, и за тех парней. Хотя парни, конечно, играют на него, хотя парни, конечно, там делают очень много черновой работы и так далее. Ну вот, что касается Алонсо, то да, безусловно, это...
такой скорер чистой воды. 28 очков, финальный матч, это его карьерный результат. Более того, давайте о том, что Алонсо... Еще раз я напомню, что Алонсо является еще и всего лишь второкурсником. То есть еще два курса, по крайней мере, он за Гринсборо будет играть. Кромер будет бросать штрафные. А Уайт, который набрал 23 очка сегодня, Уайт говорит этому матчу до свидания. Арджей Уайт, ну а кто еще здесь мог? Кто еще здесь мог свалить? Тем временем. Смотрим мы на Алонсо, смотрим мы и на других парней, которые здесь и сейчас. Бросает Ти-Джей Кромер. И счет становится 77-71. Три очка принесут. Хороший результат, если принесут. Болдвин бросает. Но вот опять маленький Болдвин. Очень маленький для... плотной опеки, если соперник играет в такую. А вот Алонсо бросает, и Алонсо, по крайней мере, бросок получает. Спорный мяч. И это значит, что Гринсборо будет владеть мячом. Ти-Джей Кромер, 23 очка. Это лучший игрок матча на данный момент. Ну, я думаю, что этот данный момент уже перетекает в победный момент, так сказать. Ну, уж слишком мало времени остается. 15 секунд. Это быстрая треха. Это, я не знаю, сейчас может получиться так, что... трехочковый с фолом от соперника. Ну, вы верите в такой исход? Я не знаю. А еще и Алонсо выводит мяч, обратите внимание. Ну и... ну, три очка, надо же. Да, вот доселе этот парень так не попадался на глаза. 32-й номер. Это Джоди Купье. Так, и бросать Алонсо надо. Ну, как такое может быть? Вот это да, вот это концовка, и вот это Алонсо действительно запорол, что называется. Джорди Купье, казалось бы, кстати, голландский спортсмен, между прочим. Все делают здесь легионеры, всю концовку сделали легионеры. Один испанец, второй голландец. Так, и тут, конечно же, идет персональное замечание. Так, ну и, видимо, Болдвина. Болдвин перехватывает мяч. Вот смотрите, Болдвин находит передачей. Находит! Передача Алонсо, и Алонсо, если бы он попадал, то, конечно, это было бы вот просто изменение всего, абсолютно, всего, чего только можно. Это означает лишь только, что там счет был бы равный, и кто знает, чем бы вообще все закончилось.
Ну, все равно 5 очков. 2,5 секунды, 5 очков. Ну, вот скидка на Алонсо и... Ну, даже не на Алонсо, прошу прощения. На Троя и того накрывают. Ну что, Восточный Теннесси Стейт Баканерс. Вопреки прогнозам, становится победителем турнира конференции Southern. И это означает, что команда Восточного Теннесси Стейт, она идет дальше в мартовское безумие. Что касается Гринсборо, то в следующем чемпионате мы с вами, в общем, увидим не самую плохую команду UNC Greensboro. Но до следующего чемпионата, что называется, еще дожить бы. А так, действительно, сегодня Гринсборо и понравились. Но вот оказалось, что желание победить больше у парней в желтой форме. На этом все. С вами был Дмитрий Донской. До новых встреч. Пока. Увидимся на матчах чемпионата NCAA по баскетболу. I was mad because I was short, and I was the smallest guy, but when I played basketball, I didn't see height. I felt like I was just as tall as everybody else. I've been against all odds my whole life, but that's not going to stop me. It just made me work even harder. Лучший баскетбол на планете Земля.